регістрація на допомогу гуманітарну. Якийсь релігіозний пастор, якийсь з Штатів чи з Канади, я не знаю, там вроді це він допомагає біженцям з Донбасу. Тут ми в одній кімнаті, вчетвером, тісновато, ну я так вже два місяці тут. Треба поїхати би, але там проблема з в'їздом. Зараз сліджу за новостями, що там воно. Взагалі тут люди дуже хороші, добрі, другий мир зовсім. Истина – это Слово Божье, это есть живой Иисус Христос. И у меня есть путь, истина и жизнь, жизнь вечная. Жизнь вечную дает только Иисус Христос, когда мы приглашаем Его своим Спасителем и Господом. Мы, ну просто не ожидали от этого всего. Вот. Очень благодарны вам, очень. Черкасы очень добрые люди, гостеприимные. Дуже дякую, да. Хочется мира, вот одного хочется, чтобы перестали бомбить, стрелять. У нас такой красивый город, очень красивый. Вот я по всей Украине была, но красивее Донецка я не видела, честно. У нас очень широкие улицы, красивый город. За что, я не знаю. За что нас так обижают? Пока они кропят колоду, пока они ее сдают, нам не видать своей свободы, они ее не отдадут. Если вам молодым это не доходит, то это мне уже дошло старику. А вы звезды? С Донбасса. Приехал в гости, развязалась война. А я еще, знаете, что хочу сказать, как увидел Обаму, как он захлопал его, ой, мы вам дадим сверхоружие, воюйте только. Целуйте американцев в самое красивое место, когда мы кое-кого целуем. Понимаете, в чем дело? Это если передадите где-нибудь, хай покажет. Идиоты все, понимаешь? Идиоты и думают, кому мы нужны. Нас разбабахали, нам уже индустрию всю уничтожили. Пахать нам будем за один комбайн по 3-4 года. А? А вы не знаете, кто? Уничтожили те, как говорится, ищите, кому это выгодно. Умеете искать, ищите. Не умеете, я нашел. Все. Вы не согласны с этим, молодые люди? А сказали, кто? Ребятки, я же не следственные горные это, органы и не СБУ. Понимаете, в чем дело? А если хочет, просто власть. Понятно? Все. А нами правят как-то изуиты, исты всякие, бандиты. В общем, нами правит тот, за кем плачет эшафот. А вот эти все Яценюки, там, Порошенко, они стараются. Но они просят не мира, а оружие в Америке. Чтобы мы воевали, понимаете? А в 48-м году, если только вы покажете, Запад в семерку сошелся не для того, чтобы мы ели сало с хлебом и чесноком. Все, будьте здоровы. Смотрите, пельмени, макароны, печенье, какая-то крупа, нет, сахар. Сахар, алия. Очень хорошее отношение людей, я очень благодарна. Везде, вот, где только с какой просьбой, люди тебе помогут всегда. Ну вот хотя бы вот эта вот помощь. У меня там две дочки остались. Ну, живут, работают. Но ехать туда я вот, например, не собираюсь, пока не успокоится все. Переживаю за них, утром звоню. Вечером звоню. Живы, здоровы, да ничего, все спокойно. Знаете, как за детей. Вот так вот.